Семья из 4 человек едва не погибла из-за стиральной машины, которая загорелась в одном из частных жилых домов Витебска. Под угрозой находились жизни матери и 3 малолетних детей. В момент происшествия глава семьи находился на работе, но вызвал пожарный расчет после получения сообщения от своей жены. По прибытию на место сотрудники МЧС обнаружили сильное задымление. Как выяснилось позже, после неудачных попыток самостоятельно устранить источник возгорания, женщина приняла решение выйти вместе с детьми в соседнюю комнату, но полностью покинуть дом не было возможности. Благодаря профессиональным действиям спасателей опасность была оперативно устранена и трагедии удалось избежать. Из-за сильного задымления в коридоре семья не могла покинуть помещение, и поэтому они находились в доме до прибытия подразделений МЧС. Работники МЧС были спасены, хозяйка дома и 3 детей 12, 14 и 16 годов рождения. Как выяснилось, женщина включила стиральную машину, закрыла ванну и ушла в комнату смотреть телевизор с детьми. Через некоторое время в доме погас свет, она зашла в комнату, где находилась стиральная машина, и обнаружила горение стиральной машинки. Она тут же сообщила мужу, который позвонил в службу МЧС, сообщила о происшествии.